Сегодня мы проводим круглый стол «Эволюция отношений с западными союзниками от Нормандии 44 года к Холодной войне». Это название нашей темы. Ну, у нас выступающих будет довольно значительное количество, и я так вижу, что многие будут затрагивать самые разные аспекты данной проблемы. Я хотел бы только в целом изложить позицию, нашу позицию и ситуацию, которая возникла в критический момент существования нашего государства. Уже вот скоро, 6 июня, будет годовщина, как в 1944 году состоялась высадка наших тогдашних союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Она стала первой частью операции «Оверлорд», предусматривавшей освобождение всей Франции, и более того, высадка ознаменовала открытие долгожданного фронта в Европе. Я сделаю небольшой исторический экскурс, но долго задерживаться на нем не буду. Сегодня этой высадке придается огромное значение на Западе, и представляется, что эта высадка явилась якобы ключевым моментом Второй мировой войны. При этом намеренно замалчивается, как сильно Великобритания и Соединенные Штаты сопротивлялись и всячески откладывали организацию данной высадки. Если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что с самого начала войны руководство СССР возлагало надежды на открытие Второго фронта во Франции, тем более, что соответствующие соглашения уже имелись и с Англией, и с Францией, ну, с Соединенными Штатами. Все же, несмотря на сложности, а сложности заключались в том, что еще в 1941 году было подписано соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии, уже 18 июля Сталин в своем послании Черчиллю впервые предлагает открыть Второй фронт во Франции, аргументируя это тем, что основные силы немцев отвлечены на СССР. Однако Черчилль в ответном письме, как явствует из переписки, указал на невозможность подобных действий. Что могли бы сделать наши тогдашние союзники по антигитлеровской коалиции? Они могли бы оттянуть на себя в случае открытия Второго фронта до 40 немецко-фашистских дивизий Советско-германского фронта и спасти жизни, наверное, если не миллионов, то, по крайней мере, сотен тысяч наших граждан. Что касается позиции, прежде всего, Черчилля. Черчилль был исторический враг нашей страны, еще начиная с 20 века, со времен революции. Это был далеко не первый отказ премьер-министра открыть Второй фронт в Западной Европе. А следующий, в 1942 году, показал истинное отношение союзников к этой войне. Ради справедливости стоит отметить, что в начале 1942 года американцы всерьез прорабатывали возможность открыть Второй фронт на севере Франции. 11 апреля нашему советнику посольства СССР Громыко было вручено личное послание Сталину,
от президента Рузвельта. И Рузвельт на словах добавил, что он, как и Сталин, является реалистом и хочет предпринять конкретные шаги для того, чтобы оттянуть часть сил Гитлера с Советского фронта. И что, по его мнению, это можно сделать летом этого года, причем не откладывая. Ну, когда наш представитель начал выяснять по заданию центра, а, собственно говоря, где Соединенные Штаты намечают проведение такой высадки, то ответ был однозначный, разумеется, во Франции. Хотя Черчилль, как мы все знаем, хорошо знаем, конечно, был за высадку на Балканах. И с тем, чтобы как можно более серьезно отрезать путь советской армии от продвижения на Запад. А что произошло дальше? В июне состоялась вторая англо-американская конференция, на которой Советский Союз не был приглашен, и было принято решение отказаться от вторжения в Западной Европе в 1942 году в силу неподготовленности операции и опасности ее проведения. Вместо этого союзники сепаратно договорились организовать высадку англо-американских войск в Северной Африке против итальянских и немецких войск. Потом они в июле вопрос о проведении этой операции был решен ими окончательно, и в августе Черчилль совершил визит в Москву и официально уведомил об отказе открыть второй фронт в 1942 году. Для подкрепления своих слов о якобы невозможности создания плацдарма в Европе британский премьер распорядился о проведении заведомо провальной операции «Юбилей» по захвату портового города Дьеп на севере Франции. Британцы не только отправили слишком малые силы в районе где-то 7 тысяч человек на хорошо укрепленный район. Перед высадкой десанта в Дьеппе английское радио передало сообщение об ограниченности его цели и тем самым лишило рейд внезапности. Это налицо, значит, получается заранее спланированный провал операции с единственной целью оттянуть открытие второго фронта. Кроме того, английские и американские военные политики приложили немало усилий, чтобы поменять выгодным для себя плане ранее согласованное представление о самом понятии «второй фронт». И вот это мне хотелось бы особо подчеркнуть. В частности, они всячески приравнивали высадку своих войск в Северной Африке к открытию второго фронта. Необходимо также отметить, что для Советского Союза операция «Факел» больше нанесла вреда, чем принесла пользы. Во-первых, были сокращены поставки по «Ленд-Лизу» из-за потребности «Факела». Во-вторых, в сентябре 1942 года без согласования с советской стороной англичане сняли с 19-го северного конвоя крупную партию истребителей «Аэрокобра», которые были предназначены для Сталинградского фронта. Они были затребованы американской стороной для нужд этой операции. И в-третьих, высадка союзников в Северной Африке широковещательно приравненная ими к открытию второго фронта, серьезно осложнила положение Советского Союза в самый напряженный момент Сталинградской битвы, так как ясно показало Гитлеру, что никакой высадки в Европе не предстоит. А значит, можно было оттуда безбоязненно перебрасывать войска на Восточный фронт. И таким образом, с декабря 1942 года по февраль 1943 из Германии, Франции, Бельгии и Голландии туда было переброшено 27 полноценных дивизий. Получилось так, что в разгар боев под Сталинградом и Курском Красная Армия могла рассчитывать только на собственные силы, поскольку союзники вместо помощи Советскому Союзу во время важнейшей битвы всей Второй мировой войны косвенно оказали услугу нацистской Германии.
Стоит вспомнить оценку этих действий союзников Сталином, данную им в ходе переписки с послом СССР в Великобритании Майским в октябре 1942 года. У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны. И в следующей телеграмме председатель правительства Советского Союза пишет: «Черчилль принадлежит, видимо, к числу тех деятелей, которые легко дают обещания, чтобы затем также легко забыть о нем или даже грубо нарушить его. Что ж, впредь будем знать, с какими союзниками мы имеем дело». История показала, что такую оценку заслужил не только лично премьер-министр Черчилль, но и в целом политическая верхушка Соединенных Штатов и Великобритании. Здесь можно вспомнить и нарушение обещания о нерасширении НАТО на восток, и события в Киеве и в феврале 2014 года, и много других негативных по отношению к нашей стране событий, когда говорилось одно, а делалось абсолютно противоположное. Как мы видим, высадку союзников в Нормандии предваряла острая дипломатическая борьба между Советским Союзом с одной стороны и США и Великобританией с другой. Открытие Второго фронта было критически важным для СССР осенью 1941 года, когда немецкие части, как я говорил, вели наступление на Москву. В 1942 году, когда разгорелась Сталинградская битва, и в 1943 году, когда на Восточном фронте в ходе Курской битвы определялся исход вообще всей войны. Однако высадка произошла лишь в июне 1944 года, хотя после разгрома сил вермахта под Сталинградом и Курском стала совершенно очевидна перспектива победы Красной Армии и без помощи союзников. И в этой связи резонно возникает вопрос об истинных целях вообще этой операции «Оверлорд». Очевидно, что американцы и англичане рассчитывали захватить как можно большую часть Европы и первым войти в Берлин. Делалось это не только с целью окончательного разгрома гитлеризма, а сколько с желанием не пустить Красную Армию в Западную Европу и, как следствие, не допустить распространения идеологии, неприемлемой для них идеологии социализма. А вы посмотрите, когда Второй фронт был открыт. Тогда, когда Советская армия уже вышла к границам нашей страны. И ясно было, что без открытия Второго фронта дальнейшее продвижение Советской армии может дойти и до самых западных частей Европы. Возвращаясь к сегодняшнему дню, сразу бросается в глаза целенаправленная политика Соединенных Штатов и стран Западной Европы на искажение вот того, что было этой истории. С 90-х годов, когда Советский Союз уже не мог помешать этому явлению, США активнейшим образом стали насаждать исторический миф о якобы решающем вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне через свои средства массовой информации, кинофильмы, риторику политических лидеров, изменение акцентов в учебниках по истории и так далее. За последние 5 лет ситуация на историческом фронте, в частности вокруг Второй мировой войны, значительно обострилась. Если в 90-е и 2000-е годы американцы старались сместить акценты, выставить внесенный вклад США в победу в качестве наибольшего, то сегодня речь идет о полном замалчивании подвига советского народа, словно Советский Союз вообще не принимал участия в войне. Примером в политике является тот факт, что нашего президента не пригласили на празднование 75-й годовщины высадки в Нормандии. Ну, разумеется, наши войска не высаживались в Нормандии, но из солидарности надо все-таки помнить, кто вынес основную тяжесть войны, и отдать должное той стране и той армии, которая все-таки победила нацизм, принеся в жертву колоссальные
колоссальные потери как армейской, так и гражданском населении. Пресс-служба Елисейского дворца ничего умного не нашла, как сообщить, что причиной отсутствия приглашения является руководство церемонии премьер-министром страны Эдуардом Филиппом. Соответственно, в церемонии, по их мнению, могут принять участие премьеры, но не главы государств. Тем не менее, факт отсутствия приглашения весьма симптоматичен. Примечательна также история и с выпуском Соединенными Штатами официальной юбилейной монеты, приуроченной к 75-летию победы над нацистской Германией, на которой изображены только флаги США, Великобритании и Франции. В массовой культуре проводится та же политика вычеркивания Советского Союза из списка победителей. В частности, в недавно вышедшей компьютерной игре, которая посвящена Второй мировой войне и в которую играют миллионы детей и подростков со всего мира, СССР отсутствует вообще. Вот и то, что хотели, добиваются и пытаются добиться наши так называемые союзники, которые, причем вы посмотрите, что получают, которые всю тяжесть войны, всю тяжесть войны с нацистами пытаются взвалить на свои плечи и делают все возможное, чтобы придать забвению колоссальный вклад нашей страны в разгром немецко-фашистских оккупантов. Оккупантов по существу не только нашей страны, но и всей Европы. Также и за пределами, даже за пределами Европы. Ведь если посмотреть, я думаю, мои коллеги продолжат и более детальную информацию дадут на эту тему, если посмотреть на саму высадку, то с военной точки зрения это была далеко неуспешная операция. Только одних потерь. Как эта операция имела десятки тысяч. Это при том, что обороняли Нормандию немецкие войска, которые состояли во многом из союзников фашистской Германии, и чехов, и венгров, ну и что греха таить, и власовцев, которые с удовольствием сдавались американцам при любом удобном случае. И, конечно, было безусловное превосходство как в живой силе, так и в технике. Сам факт, что при контрнаступлении немецко-фашистских войск в Арденнах союзники срочно попросили, это было прямое обращение к Сталину, срочно попросили ускорить наступление Красной Армии с тем, чтобы оттянуть немецкие фашистские дивизии от Западного фронта, говорит само за себя. Но и переписать историю все равно не удастся. И я считаю, что наша задача на сегодняшний день – это сделать так, чтобы донести до сведения, до сознания, до большинства людей, которые не участвовали в этой войне, и прежде всего молодежи, тот исторический факт, те исторические события, которые происходили в этот переломный для всего мира войне. Дать отпор вот этим клеветникам, которые пытаются как с последовательностью, достойной лучшего применения, приписать
нес победу, несуществующую победу себе и вычеркнуть нашу страну из списка тех союзников, на которых легла основная нагрузка, основная тяжесть войны с немецко-фашистскими захватчиками.